В конкурсе по выбору имени Абаканскому аэропорту начался второй этап голосования. Оно продлится до пятницы, 26 марта включительно. В течение этой недели каждый житель республики сможет отдать голос за одного из представленных кандидатов, а также предложить своего. На сегодняшний день в списке осталось 7 человек. Изначально было предложено 10 кандидатов, но троих комиссия общественной палаты посчитала неподходящими под условия конкурса. Мне могут рассматриваться имена политиков периода новейшей истории вот именно страны последние сто лет. Принял решение Оргкомитет не включать в первоначальный список Николая Генриховича Булакина, Геннадия Африкановича Вяткина и Василия Архиповича Угужакова. Изучая автобиографию от и до, вот, каждый из них занимался политической деятельностью, работая в органах государственной власти и в органах государственного управления в советские и постсоветские периоды. Проголосовать можно на официальном сайте Общественной палаты Хакасии либо по номеру телефона горячей линии. Здесь же можно предложить своего кандидата. И если одну и ту же фамилию жителей республики назовут более 500 раз, то ее тоже внесут в список для дальнейшего рассмотрения. Имена троих главных претендентов станут известны к 6 апреля.